На полу. Это бессмысленно. Чего-то не хватает. Вдруг есть второй световой кристалл. Приготовься! Я готов! Для великанов. Они будто нас испытывают. Ну да, вроде правильно. Я почти разобрался. Руны. Это ответ на загадку из чаши? Они значат свобода. Попробуем. Что в загадке? Ни куст с корнем вросшим, ни пленник в цепях, ни зверь в хомуте не знают меня. А что, бывает не вросший корень? В общем, наверное, свобода. В этом факеле кристалл. Зажечь его? Спуститься, чтобы подняться? Эти проходы слишком малы для великанов. Что ты смеешься? А, ты серьезно? Я всегда серьезен. Да, мама говорила, что ты никогда не любил историю. Великаны просто раз. Как эльфы или хульдры. Это не значит, что они большие. А мировой змей? Ну, в этом случае великан действительно большой. Но он такой один. Еще один кристалл. Ты только посмотри, тут все такое... Мертвое. Я хотел сказать древнее, но мертвое тоже верно.
Ого, сколько мертвецов! Скажи, что ты видишь. Ну, это были люди, не великаны. Да, охотники за сокровищами. Видишь ловушки? Вижу. Нам повезло, что они уже сработали. Радуйся, что тут все мертвы. Мы перебрались! О, это Дуратрон, один из четырех оленей мирового древа. Он стражит вход в Йотунхейм, пока великаны спят. Думаешь, он еще там? Этого я не знаю. Сын! Слушай! Это...
вершину, конечно. Ищем путь наверх. Ого, высочайшая вершина во всех мирах. Думаешь, мама знала, что это гора Великан? Нет. То, о чем она просила, сложнее, чем она могла подумать. Кажется, это имя. Хразли, то есть ужас. Что это? Странно. Это свеча, обвязанная нитками, и какая-то шкура. Может, это фонарь? Фитиля нет. Нам это не нужно. Биврёст осветит нам путь. Эй, как думаешь, кто зажёг фонарь? Мёртвым свет не нужен. Смотри в оба. Это такое? Где мы? Мы в шахте. Если этот крюк достает до верха, то наша цель близка. Как его нужно использовать? Кажется, я понял. Вон там? Ну, когда уберем все это. Готов! Надо достать веревку из-под завала, который ты там устроил. Может, через тот новый проход можно подняться? Увидим. Эта штука не поедет. Волшебный замок. Прочесть можешь? Слушаюсь. Похоже, тут что-то перевозили. А я все думал, кто разрушился с Раугром в горах. Ого, какое тут все огромное. Ясное дело, это же гора. Что на этот раз сломали?
другой раз, видимо. Тут туннель, но тебе не пролезть. Лезь. Ладно. Ну да. Сможешь сдвинуть? Она тяжелая. Да, смогу. Двигается? Нет, не вышло. Вагонетка все еще... Я вижу. Может, через те большие врата? Go!
Только не вздумай брать ненужный хлам. Смотри, еще фонарь. Сломан. Брось его. Но зачем они нужны? В них есть что-то особенное. Я точно знаю. Ты почти достал. Тяжело будет. Да ладно. Ух ты! Теперь колесо будет крутиться. Мы поднимемся наверх. Трей, ко мне! Я иду, иду!
Вытянутый крюк. Подходит. Отлично. Это поможет. К самой вершине? Это мы скоро узнаем. Что-то там не так. Я чувствую опасность. Не думай о том, что может быть. Сосредоточься на том, что есть, и будь настороже. Хорошо. Не самая вершина, но близко. Назад! Испытание. Наверное, гномы прорубили туннели в обход великаних ловушек. Удачно. Ну... Да ладно! Лучше помолчи. Там увидимся. Глядишь, до вершины доберемся быстро. Видимо, подняться можно только этим путем. Помогло! Или нет? Все равно тяжело. Ура! Снова поехал! А когда доберемся до вершины, далеко оттуда будет видно? Видим озеро, мирового змея, а наш дом. Узнаем, когда доберемся. А пока гляди в оба. Ой! Атрей! Я цел. Просто споткнулся. Знаешь, ты же такой сильный, но всегда так тревожишься. Тревога полезна. Благодаря ей мы с тобой живы. Ну да, хотя особой радости от такой жизни нет.
ты с ней? Я понял, надо больше тревожиться. Мы на месте? Нет, мы застряли. Обошлось. Возможно. Отец, когда мы развеем мамин пепел, что тогда? Что будет дальше? Ничего не будет. Мы вернемся домой. И все? Путешествие завершится? Это да. Но у нас еще много дел. Ты был прав там, в лодке, когда я срубил последнее дерево. Ты сказал, что-то поменялось. И это так. Нашему дому грозит опасность. Мы должны позаботиться о его защите и продолжить твое обучение. Ага. Мы почти на вершине. Нас теперь ничто. Спокойно, мальчик! Держись со мной! Вот так! Будь готов! Это битва. Стой. Ого, что это? Похоже на корень Игдрасиля. Это что, смола? Остывшая смола. И в ней таится сила. Ничего себе! Поверить не могу. Мы бились с драконом. Я метил в глаза, но не мог устоять ровно. А драконы тут живут? А когда они тут поселились? Когда великаны ушли? Или они ушли из-за драконов? Мальчик, в горах тяжелее дышать. Болтай поменьше. Вопросы потом. А, да, ладно. Ты слышишь? Там кто-то кричит.
Стой, сын! Эй, урод! Я здесь! Ты живой? Что делать? Готовься опустить кран по моей команде! Я не знаю, как он работает! Мне все равно! Будь готов!
Ого! Мы его победили! А ты? Смотри, где хват... О, не важно. О, что за мерзость? О, что за мерзость? А что за вонь? Отлично! Да, сойдет! Ну да, я это трогать не буду. Просто... Я смотрю, ты сам уже разобрался. Ну, молодец. Не то чтобы я хотел объяснить красоту и тонкость своей мастерской работы. Ни в коем случае. Главное тебе помочь. Я-то плохого не посоветую. Спасибо на здоровье. Я его просить. Носите аккуратнее. Это великолепно. Плохого не посоветую. До встречи, друзья. Совсем недавно мы охотились только на оленей. И вот сражаемся и с темными эльфами, и с троллями, и с ограми, и с драконом. Мы кого угодно оленей. Мы побеждаем, потому что у нас есть цель и сдержанность, а вовсе не благодаря своему самомнению. Ага, я знаю, просто... Просто здорово быть сильным, понимаешь? Да, понимаю. Вот и он. Мне его разбить? А мне нравится. Хотя странно. Этот не разбился полностью. Рума! Рума! Я уже готов.
плохо! Смотри на мост! Как нам до него добраться? Надо как-то опустить этот мост. Наверняка по нему мы выйдем отсюда. Еще один. Это Эмир. Мама начинала про него рассказывать, но я был еще маленький. Великаны рождаются у него из-под мышек? Один пронзает его копьем? Дума! Мне никогда не надоест взрывать штуки. Наверное, мы почти на вершине. Крума! Пойди сюда. Ладно. Уже скоро, мама. Смотри, вершина! Мы совсем рядом! Твой колчан. Лямка лопнула, когда мы дрались с драконом. Ничего, вроде держится. Стой!
Спокойно, гляди под ноги. Ты ведь тоже это слышишь? Да, помолчи. Тот человек, что приходил к нашему дому, ты же вроде убил его. Шш. На этот раз ты не один. Видимо, дело важное, раз сыновья Тора почтили меня своим присутствием. Ну что, до сих пор из шкуры вон лезете, чтобы впечатлить папочку? Судя по следам, татуированный человек теперь ходит с малым ребенком. Куда они держат путь? Ну, а мне-то почем знать? Ты же все-таки умнейший из живущих. И умнейший из умерших тоже. Ты поможешь мне, а я тебе. Скажи, где они, и я поговорю с Одином. Твой отец не освободит меня, Бальдр, и не даст тебе меня убить. Тебе нечего предложить мне, так что бери свои вопросы, свои угрозы, своих тупых дуболомов и проваливай. Мы еще вернемся и выбьем тебе второй глаз. Не забывай, мы повсюду. Так и будет, правда? А, ну вот и вы, легки на помин. Йотунхейм! Мы отправимся в Йотунхейм! Мы найдем затерянный мир великанов! Это... Не ко времени. Ну да, я это и хотел сказать. Это мост в Йотунхейм. Он похож на те странные двери. Наверное, Мимир поможет нам во всем разобраться, если мы его воскресим. Скоро мы переведем руны Муспельхейма. Ты помнишь путь к дому ведьмы? Да, он в лесу с кровавыми листьями, к югу от озера. Я знаю, куда идти. Надеюсь, она вернулась из Альфхейма и оживит Мимира. Он был хороший, а ты ему голову отрезал. Сын, не сходи с пути!
Да, да, помню. С ума сойти! К нам в дом пришел Бальдер, один из асов. Бальдер! И ты с ним сразился и победил. Да. Сын Одина, брат Тора. И теперь он ищет нас со своими племянниками. Что ему надо? Если оживим голову, спросишь.